Здравствуйте. Сегодня мы хотим продемонстрировать тест прибора, глубинного прибора Golden Mass Deep Hunter Pro 2. В прошлом видео нас раскритиковали, сказали, что мы видео сняли неправильно. И мы решили в этот раз снять его с прохода. Вот мы пробурили скважину. Глубиной, сейчас я покажу какой. Алексей, подойди, пожалуйста, покажи, что в яме ничего нет. Яма пуста. Да там и видно темно. Все равно. Да. Замеряем. Глубина 1,10 м. Дай поближе покажу. Секундочку. Глубина 1,10 м. Угу. Тест на стандартную пивную банку. Вот такая вот у нас банка. Запросто берет. Угу. Вытаскиваем банку. Сигнала нет. Тест номер два. Прибор Golden Mass Deep Hunter Pro 2. Все то же самое, только сейчас мы банку закопаем. Проверяем глубину. Глубина 1,10 м. Угу. Сейчас мы покажем, что здесь ничего нет. Видим, реакция 0. Кладем нашу банку. И будем ее зарывать. Так как ямки мы за собой закапываем. Да. Кстати, заметь, ни одного червяка здесь нет. Да, потому что почва, глина. Это не самая простая. Угу. Нет, как показало вот вообще другой прибор обычный, что почва здесь очень-очень сложная. Интересно, почему вот только, да? Вроде бы ничего такого здесь не было. А здесь же руду добывали. Какую-то. Какая-то фигня вообще. Притрамбует. Нестандартная. Какой-то завод здесь стоял при царе. Какой, правда, не написано было? ФСБшники закрыли. А тогда КГБшники были. Когда при царе? Да. Нет, тогда даже не КГБшники, а какая-то тайная полиция. Наверное. Фискали? Какие хинкали? Хинкали. Ладно, наверное, пойдет, да? Не-не, давай, травка нормально, что. Замаскируй нормально. Веревку потом выдернешь. Сейчас она не помеха. Все. Ничтяк. Все как будто так и было. Надеюсь, претензия, кстати, поднялась. Да, лопата фискали-то позволяет сделать. Ты не бы лопату с этим подальше бы убрал бы. Это правда. Такую лопату-то увидит в два раза дальше. Канистру-то он вообще там на 2,5 метра фигачил. Включаем приборчик.
еще раз покажу с прохода. Все, легко. Что и требовалось, в общем-то, доказать. Ну, 15 сантиметров где-то еще. Легко. Угу. Так что не надо... 125 отмалить. Сантиметров. По факту. Да. И это на авторежиме. На авторежиме. Потому что я думаю, что опытный пользователь, который смог бы правильно отстроить его, честно, настроить, то... я не особо опытный пользователь этого прибора. Но в режиме авто я могу ходить. Угу. Все получается. Ну да. Так что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был «В поисках истории». До свидания. А прибор? Сколько надо стоит прибор? Настройки. Не, ну авто, что их поставить? Ну, авто вот и авто. Были, да, вот они настройки. Авто, авто. Режим баланса грунта автоматический. Пульсация средняя. Чуйка почти на максимум. Включен режим boost. Ну, это громкость что-то. Все. Угу. Сколько это стоит? 57 500. 57 500, да, рамка 125 рублей. 120, 57 500. Угу. Давайте делайте выбор. Пока. Да, и друзья, маленький совет. При работе с глубинным металлоискателем выбирайте штыковую лопату прямую с такой ручкой, и, естественно, подлиннее. Потому что вот такой лопатой копать будет неудобно. У нее есть загиб. Угу. То есть? Когда уходишь на глубину, уже и копать неудобно. Придется яму расширять. А это можно... То есть, да, фискарь, он так сделал. Покажи, да. Вот, поставь боком фискарь. Фискарь входит в землю под углом где-то 20 градусов, грубо говоря. Это еще ничего. Этот просто у меня выгнутый, да. Все равно, тогда, чтобы сделать его прямо, видите? Да. Придется вот так, да. Должна быть прямо. Конечно, вот, да. Будет удобнее. Правильно. Поэтому, когда фискарем копаешь, то получаются лунки не круглые, а конусообразные. Да, но и не придется кубометры грунта переворачивать. Угу. И совочек. Совочек это, ну, обязательно. Когда на глубину уже заходишь... Совочком уже остатки земли. Это выбиваешь, а совочком вычеркиваешь. Все. Пока-пока.